кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Это он, ленинградский почтальон. Он протягивает снова заказное для Житкова. Для Житкова? Эй, Борис, получи и распишись. Мой сосед вскочил с постели. Вот так чудо в самом деле! Погляди, письмо за мной облетело шар земной, мчалось по морю вдогонку, понеслось на Амазонку, вслед за мной его везли поезда и корабли. По морям и горным склонам добрело оно ко мне. Честь и слава почтальонам, утомленным, запыленным. Слава честным почтальонам с толстой сумкой на ремне.